В Рыбинске на зебре под колеса «Лады» попал 8-летний мальчик. С травмами его доставили в Пироговскую больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. О других дорожных происшествиях в регионе расскажет государственный инспектор Ирина Камкина. В городе Рыбинске на перекрестке Ленина и Зои Космодемьянской водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Джили», совершил столкновение с автомобилем «Рено Логан». В результате ДТП пострадали 4 пассажира автомобиля «Рено Логан» и 1 пассажир автомобиля «Джили». Напоминаем, что в соответствии с частью 1 статьи 12.8 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации управление транспортным средством водителя в состоянии опьянения влечет за собой наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении водителю грозит уже уголовная ответственность.